Что это мы здесь делаем? Ты расчесываешься? Да. Видите, как она расчесывается. Тебе не тяжело так расчесываться? Нет. Наоборот. Вот так вот. Косы. Скоро до пола будут. Всем приветик. Как у вас дела? И накрасилась. Можно посмотреть, как ты накрасилась? Ты сама, что ли, накрасилась? Нет. А кто тебя накрасил? Никто. Сама? Нет. Еще один бьюти-блогер. Пожалуйста, внимание все. Юный бьюти-блогер. Сделала макияж. Волоса такие вот, смотрите. Вот так вот отросли. Скоро ниже попы будут. Не хочешь волосы подстригать? Нет. Нет? Нравится? Видите, нравятся ее длинные волосики. Все. У нас уже обед, кстати. А вот эта вот принцесса, красавица, спит. Уже почти 12 часов. Марго. Она спит, ей все равно. Собаку покормили, с собакой погуляли. Собака, ты куда чашку свою спрятала? Она всегда забирает свою чашечку и куда-то уносит. Я не знаю, куда. Куда ты убрала? Где твоя чашка? А? Где чашка? Это не твоя игрушка вообще-то. Она все игрушки Каролины ворует. Ну-ка, вот иди туда. Буди ее. Буди давай. Не может. Маргарита себе подстелила два матраса. Теперь у нее кровать высокая, и Бонни еле как запрыгивает. Бонни, буди давай. У нас вроде солнышко выходит наконец-то, спустя сколько недель. Такой был красивый зайка. Посмотрите, что она с ним сделала только. Бонни, мы не тебе игрушки покупаем. Ты что сделала с зайцем? Взяла ему голову, продырявила. Ты что делаешь, а? С игрушками? Все теперь, теперь твоя игрушка. У меня пекутся сосиски в слоеном тесте и вот такие улиточки. Меня уже это начинает раздражать, потому что YouTube, он пытается отключить комментарии у Маргариты. Видите, я уже пятый или шестой раз включаю комментарии. Вот что это такое? Вот. Постоянно отключает. Проснулась наконец-то. Ребят, вы тоже на каникулах спите до обеда? Напишите. У нас Ксюша не спит так, а Ксюша рано встает. Ксюша встает где-то часов в 9. А это до 12 спит. Сейчас еще она будет 2 часа тут валяться. И, в общем, где-то после обеда она только встанет. Так что все, увидимся позже. Пока раскачается. Так, твою собаку выгулили и покормили, между прочим. Скоро я буду за это деньги брать. Да, Бонь? Ксюнчик что-то у нас приболела. Голова болит. Ты не заболела случайно? Джуди. У нее горлышко вчера болело сильно. Вот дома сидит. Как можно болеть, когда ты дома сидишь? Скажи, пожалуйста, ты никуда не ходишь. Ты нигде вирус не цепляешь никакой. Температуры вроде нет. Она сгорела. Кто сгорела? Еда сгорела? Да. Нет, еда еще не сгорела. Пошли посмотрим. Готов. Ну, сейчас еще чуть-чуть пусть она подрумянится, потом вытащу, ладно? Еще 5 минуточек. Просто ты градусник тебе в попу и все. Люблю я. Засовывай подмышку свою. Подмышульку засовывай. Давай, мышку открывай. Нет, это везде просто. Да. Бонь, ну ты везде просто, ты повсюду. Да. Куда я иду, туда и ты идешь. Да. Хвостик маленький. Да. Она же тащит. Все, убежала. Давай, измеряй быстро. Не хочу. Давай. Мама, нет. Потому что я тебя трогаю, мне кажется, у тебя есть 37. Нет. Мышку открывай. 36. Блин. Мышку открывай. Где мышь? Джуди. Скажи, тогда. А так она уже была под мышкой. Тебе в рот затолкать? Она уже у тебя вчера под мышкой была. Бонь, ты хочешь, чтобы я тебе температуру измерила? Давай тебе измерим температуру. А, Бонь.
Поверни в мою сторону, я должна смотреть. Смотри, у тебя уже 34-35 уже. Подожди, убери, потому что она быстро поднимается. Да нет, вроде нормально, медленно поднимается. Нет температуры. Она еще не пропищала, засунь обратно. Она должна пищать. 36,2. Ты бестемпературная. Давай отдыхай тогда, глазки закрывай. Ну хочу спать, хочу кушать. Проснулась. Наконец-то. А ты что в шортах вышла? Вообще-то у нас сегодня тепло, но не до такой степени, чтобы выходить в шортах, Маргош. Кто же выходит на улицу в пижаме? Я. Молодец. Готово. Смотрите, тут есть с сосисками, есть с сыром и колбасой. Как-то они подрумянились хорошенько. Нет, я хочу торт медовик. Я тоже. И сегодня я буду делать торт. Вот ничего не знаю, праздник, не праздник, вот просто так хочу торт. Так, ладно, выкладываем. Сюда. Кому там с сосисками, кому не с сосисками. Это у нас типа, ой, типа завтрак, обед, не знаю. В общем, все завтрак проспали, поэтому сразу будут обедать. В общем, я сейчас хочу постирать ковры. Не один, вот такие вот коврики детские, которые Боня писала. Иначе я не знаю, не хочу ждать весны, пока вот это потепление все придет. У меня несколько ковров, по-моему, 4 штуки, которые она писала. Знаете, мне кажется, что мы Бонни приучали на пеленки писать, когда она маленькая была. И теперь она после этих пеленок писает на ковры. Вот только на ковры. Ей просто вот если где-то лежит любой коврик будет лежать, а она на него написает. Поэтому я даже не знаю, хорошо ли это или нет, приучать щенков писать на подстилку, потому что она приучилась. Она теперь после пеленок она писает на ковры. Вот, так что... Это наша проблема. Мы просто нигде не... Нам нельзя стелить ковры вообще. А в детской ковры нужны, потому что дети, они играют, игрушки постоянно падают на пол, и от этого появляются такие маленькие ямки на паркете. Вообще-то, использую я вот такой ваниш, он вообще-то для одежды, но я немножечко ковер полью, и он вспенится. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Пока солнышко светит, я выложила ковер на трамплин. Надеюсь, хоть чуть-чуть подсохнет, а вечером я домой занесу. И один вон там висит. Холодно. Ой, я холодная, я на улице была. Я вот не пойму, она у нее температуры нет, но она себя плохо чувствует. У нее слабость. Голова болит, лекарство я ей дала. Глазки закрывай, поспи. Проснешься, легче будет. Температурки нет, а вот плохо себя чувствует. Вот. Так, у Маргариты здесь идея появилась. То есть она увидела эту идею. Она сейчас будет делать для Бонни масочку. Она увидела одно видео. Тебе помочь? Ты думаешь, налезет на Бонни? Должно. В общем, нужно разрезать носочек. Это носочек такой красивый. Ты его режешь. Точно правильно? Может, ниже надо было? Ну что, ты не могла ножницы другие взять? Поумнее немножко. Что такие тупые? Жанна. А теперь нужно ровно вырезать глазки и носик. Ты это будешь делать? Нет. Я не умею это делать. Я тоже не умею. Я откуда знаю? Нужно про это размер взять, посмотреть, где у нее глаза. Бонни, иди сюда. Там у него собачка маленькая, а у нас большая. Маленькая. Нет, там чихуахуа, это поменьше. Ты думаешь, на нее налезет вот этот носок? Это шапочка только вот так вот на нее. А, ну сначала дырку-то отрежь для рта. Большую и две маленькие. Вот здесь вот две маленькие. Ты неправильно вырезала. Бонь, твоя хозяйка, на себе на голову натяни, станет собаки. Да, Бонечка, иди давай, беги от нее, беги далеко и не возвращайся. На. Видео свое. Тиктокер. Кстати, ребят, пришла еда для Бони. Она как ждет. В этот раз я решила взять другой корм. Вот такой вот жидкий он, видите? Кусочки такие, мяско.
И бульончика немножко. Купила я аж целых 4 упаковки. 1, 2, 3, 4 по 12 штук. Вот, нужно, получается, вот такие вот 2 упаковочки ей в день давать. 4 раза по половинке. Вот, думаю, на месяц ей хватит как раз. Вот так вкусненько. Она аж трясется. И пахнет очень вкусно, кстати, вот. В отличие от другого корма, который мы брали в консервах. Там, по-моему, рыбный. Такой вонючий. У нас на всю квартиру воняло. Все? Так быстро? Ну, ты даешь. О, Ксюша, у нас сегодня постельный режим. И еда у нее тоже в постельку. Как у тебя, нормально? Чуть-чуть. Опять болит голова? Да. Ну, давай покушай, я тебе лекарства дам, хорошо? Маргарита ушла на улицу с подружкой. А мы сейчас поедем за продуктами. Холодильник у нас пустой. Ничего нет. Я, кстати, его сегодня помыла. Блестит как раз перед покупкой. Помыла. Так что мы пока сейчас съездим быстренько за продуктами. И все. Съездили мы в магазин, закупились на недельку. Маргоша уже пришла домой. Пришла раньше нас. Молодец. Так, и, в общем, в принципе, мы покупаем всегда все одно и то же, поэтому, я думаю, не стоит вам все это показывать. Как всегда, молочные продукты, мясные, сыр, овощи, фрукты, банан, хлеб, пицца, мандарины. Все то же самое. Йогурт, молоко. Это я буду делать торт, как и говорила, только, наверное, скорее всего, не сегодня. Не знаю, если сегодня не успею, завтра сделаю тортик. Вот, йогурт, овощи, фруктики. Мороженое Малинка было со скидочкой. Где твоя собака? Я ее не видела. Ее собака как это? Спать собираться. Да. Уже спать хочется. У тебя тут, не знаю, как у Смурфика. Все синее. В общем, я решила, что я, скорее всего, ногти буду снимать. Они у меня уже переломались все. Посмотрите, здесь ни одного не осталось. Кусочек остался. И вот один ноготь только. Все переломалось. Я уже не хочу делать. Мамсик! Мне надолго не хватает. Буквально на пару месяцев. 2-3 месяца. Я потом ногти снимаю. Не хочу. У меня тоже длинные. Они мне мешают, потому что когда я делаю массаж лица, я не могу ногтями это делать. Поэтому я буду снимать ногти. Сегодня. В общем, я пошла спать. Уже 12 часов ночи. Я монтировать буду завтра. Сегодня уже ничего не хочу делать, я устала. Вообще-то сегодня хотела тортик печь, но... Завтра, да, будем? Завтра. Завтра испечем. Я хочу завтра на улицу. Я не буду целый день дома. Ну иди на улицу. Я же не... Я сама буду печь. И сама буду кушать. Нет. Идемте. Пойдемте. Пойдемте проверим нашу Ксюшу. Наш Ксюнчик, как там поживает. Привет. Как вы тут поживаете? Мама, хорошо? Мама. Ты себя хорошо чувствуешь? Да. Голова не болит? Ничего не болит? Молодец. Молодец. Странное что-то с ней происходит. Я не знаю, что это такое. Вирус какой-то. Хотя она дома сидит. Где она может вирус поймать? Не знаю. А? Где ты можешь вирус поймать? Еще неделька и школа. Последняя неделька и каникулы заканчиваются. А потом каникулы следующие только аж когда? В апреле или в мае? Нет, в апреле, да? Ксюша пойдет в 6 класс. Ну пойду я не... Ксюша у нас пойдет в 6 класс. Не, а Маргарита пойду. В 7. Представляете? Какие уже большие. Бусит. Бусит. Что за бусит? Это тренд. Она накакала на коврик, и она спряталась. Она знает, что ее накажут. Ищи ее, давай. Здесь. Давай. Помани ее пакетиком с едой, она сразу прибежит. Фарма, вот так вот пошурши. А? Пошурши пакетиком, она сразу прибежит. Да-да-да. Мы уже будем собираться ложиться спать уже пол первого ночи. Почти пол. Почти 20 минут. 20 минут? Ты косметику смыла? Да. Точно. Там мне, по-моему, еще что-то черное здесь. Хорошо, смывай. Надо хорошо смывать. Так, давай ложись. И
Как я ненавижу, у вас тоже такой? Ой, блин, у вас тоже такой, если вы уши красите, глаза. Все, ну ладно, ребят, всем спокойной ночи. И до завтра. Пока.